Так, вот, друзья, у нас закончилось время на программке. Начинаем съемку второй части. Линейка квеста от Вульфа. Так, нам нужно найти лагерь, где, так, следует поискать высшую одежду и согреться после крушения лодки. Наверняка этот лагерь находится на том же берегу, что и разбившаяся лодка, но подальше от зверей. Ясно, друзья. Побежали искать лагерь. Ладно, друзья, как найду лагерь, выйду на связь с вами. Так, друзья, вот подхожу к горе. Так, а вот журнал задания обновился, видите где? Так, это я нахожусь вот здесь, да? В квадрате B4, третий сектор вот здесь в углу. В общем, лодка вон там. То есть вон там, там дальше вот лодка была, бревно, да? Ну оттуда вот я прибежал, вот так сейчас. Правда, вот здесь меня пауки с лешами завалили. Я появился с радиуса, вот прибежал к этой горе. И вот я нашел, да? Вот здесь, короче, он был, Феликс. Давайте посмотрим, что нужно дальше. Осмотреть лагерь. Ну чё, мы осмотрели лагерь. Так. А, вот. Дневник Феликса. Так, журнал здания обновлен. Кажется, походный журнал Феликса. В забытом журнале Феликс пишет, что его вещи унесло рекой. Там должна быть карта, указывающая на цель поисков ученого. Надо найти вещи Феликса в реке к востоку от разбившейся лодки. Так, к востоку, это значит, туда нам надо бежать. Так, друзья, сейчас мы... здесь явно не пройдем. Попробуем вот здесь сейчас пробежать. В общем, друзья, как найду вещи, я выйду на связь. Так, ребята, вот я оттуда прибежал. Вот оттуда, да? Сейчас вот по этому бревну нам надо на тот берег. Так. Вот так, нормально. Сейчас уколемся антирадом. В общем, друзья, как найду вещи его, выйду с вами на связь. Вот, ребята, нашли мы его вещи, да? Так, сейчас покажу, где это. Вот, журнал задания обновлен. Так, вот они, вещи его. В общем, находимся мы... здесь у нас журнал обновился. Квадрат B4 во втором секторе, вот здесь, возле речки, да? Так, сейчас радиацию уколем. Посмотрим, что теперь нам дальше нужно сделать. Так, найти в завале в реке вещи Феликса. Ну, они вон там, под бревном, я видел рюкзак там. Вот он. Оп, взаимодействуем. И сваливаем отсюда по-бырому. Опять колем антирад. Так, с вещами мы взаимодействовали. Блин, сколько же ты там намали-то, ё-моё. Капец. Так, что нам теперь нужно? На карте в рюкзаке была отмечена вершина в квадрате B5, четвертый сектор. B5, четвертый сектор, где-то здесь. Блин. Ладно, друзья, побежали туда, в этот квадрат, B5, четвертый сектор. Как приду туда, увидимся. Так, друзья, вот я здесь стою, да, у меня обновился журнал именно вот здесь, на этом месте. Вот B5, четвертый сектор, да, вот тут вот я стою. Че он у меня обновился-то? Журнал здания обновлен. Кажется, это нужная вершина. Так, и что мне дальше-то? Куда мне? Осмотреть вершину, найти следы ученого. Так, ребята, как найду следы, увидимся через секунду буквально.
Так, ребята, я вот стоял вот здесь, да, перебежал вот на эту сторону. Вот нашел какую-то лопату, да. Так, она не взаимодействует, ничего. Нашел какую-то лопату. Явно же следы ученого. Там точно ничего нет, а может быть за этой горой. Да, тоже ни хрена тут нету. А, во, что-то есть. Что-то есть. Так, какой-то сундук. Дневник Феликса. Журнал заданий у нас обновился. Так, ученый, которого я ищу, нашел какую-то постройку. Надо внимательно глядеться и попытаться найти след. Ученого. Здесь ничего нету. А, во, вешка, вешка. Вот видите, ребята, да, вот здесь этот чемодан. О, проволока какая-то. И вот вешка, палка торчит. Блин, в темноте вот здесь, конечно, все голову искать. Взаимодействуем с вешкой. А, вот еще одна вешка, ребята, смотрите, видите, еще одна вешка. Так, а вот они. Вот они, вешки пошли у нас. Вот. Лопата. Так, что нам нужно? Ученый помечал вешками какой-то кабель, идущий под землей. Надо пробовать пойти по этому пути. Давайте. Так. Дальше где? Ну вот вешка. А, вон они, вижу. Так, друзья. Вот еще одна вешка. Вот еще одна вешка. Так. Вот она. Вон она. Она. А дальше вообще там караул какой-то просто. Ничего, это... Я уже заблудился. Куда я пришел? Так, вот вешка, да? Дальше нет. О, вот она, вешка еще одна. Отлично. Так. И еще одна. Вот, журнал задания обновлен, ребята, видите? Вот, журнал задания обновлен. Кажется, вешки закончились. Надо осмотреть местность и попытаться найти дорогу, по которой мог пойти ученый. Ага. Вешки закончились, значит, да? В общем, друзья, мы пойдем по этой железной дороге вот сейчас. Пойдем по этой железной дороге. В общем, как выйду на эту дорогу, выйду на связь. Так, вот, друзья, мы на этой дороге, да? А теперь нужно искать, видимо, самого этого Феликса.
попробуй его найди.